Всем привет, с вами Тамара Фмания. Димочка, Дима, ты чем так увлечен? Что ты там делаешь, Дима? Сидишь, а на кого ты смотришь? На пылесос. На пылесос? О, у нас появился новый член семьи? И как его звать? Мопс. Мопс, да? У нас появился новый член семьи. Посмотрите, кто это там? Пылесос. Кто это? Это пылесос, да? Это пылесос у нас. После ремонта я планировала купить робопылесос. Робот, который все делает сам. Наконец-то наша мечта сбылась. Посмотрите, как классно он работает. Я вижу пылесос. Бумс? Я хотела назвать его Макс. Но Дима сказал, что нужно назвать его Мопс. Он как будто ударяется, когда так Мопс, да? Да. Мопс. 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 Да, Мопс. Мопс. Вот он, поглядите, вот он идет, наш помощник. Наш помощник идет. Ползет себе такой, не спеша. Хотела я, конечно, беленький, но потом решил все-таки черный брать. Плюс у него там тряпочка, он еще и моет. Вам, наверное, очень любопытно, очень интересно, что же у них такое за пылесос там? Как же он называется, да? Сам Микс называется. Нет, а какое у него на самом деле название? Микс, сколько Микс он стоит? Микс, что у него Микс, вообще Микс есть? И какой он? Микс, тихо. И какой он? Вам, наверное, очень сильно интересно. Давайте так. Наберем с вами. Сколько? Сколько лайков мы будем набирать, Дима? Сколько? Сколько это? Три. Три. Шесть? 60, что ли? И ой, сколько? Не знаю, 60. Давай 30. 30? 30, да? И ой, сколько? Давайте наберем с вами 30 лайков. 30 лайков. И тогда выходит обзор, распаковка, выходит на вот этот прекраснейший пылесос. Робот-пылесос. И вы увидите его досконально. Досконально, со всех сторон, полностью, как это я умею делать. И плюс я вам все-все-все про него расскажу. Да? Да! Дима, так поступим. 30? Да, 30 лайков. Да. И выходит выходит обзор. И вот сколько. Да, скажи, ставьте лайки. Пишите комментарии. Комментарии пишите. Хочу обзор. Срочно хочу обзор. Да? Да. Угу. Он еще будет коридор долго пошить, снять. Бумс. Бумс. Мопсик наш любимейший. Оп, смотрите, и выбрался из-под стула. Умный пылесос.